определяет индексы, занимает одно из ключевых мест в продуктах, которые производит издательский дом «Эдиндекс». Ивенты мы делаем более 5 лет. При этом у нас производятся как B2B-ивенты, которые направлены на деловые мероприятия. Целевая аудитория конференции «День бренда» — это топ-менеджеры рекламной индустрии, топ-менеджеры маркетинговой индустрии. Это все те, кто принимает ключевые решения по поводу, как рекламироваться, как размещать рекламу, как планировать, как тратить, собственно, все рекламные деньги. Подготовка и проведение мероприятия в рамках удаленной работы для нас не стало серьезным препятствием, потому что, в принципе, мы всегда, когда все наши ивенты всегда там транслируются, у нас есть огромное количество просмотров всех мероприятий, они там около 1 000 000 просмотров каждого там дня бренда, всего контента совокупно происходит. Соответственно, для нас проблем с трансляцией, с дистрибуцией контента никакого не возникло. Там, с точки зрения подготовки, да, там были сложности, то, что работать приходилось 2 раза больше, потому что мы каждую фактически неделю поступали новые вводные, то там скрываются, то открываются, можно передвигаться по Москве, нельзя передвигаться. Из-за этого каждую неделю фактически мы переделывали план мероприятия, как он будет сниматься, как он будет производиться контент. Но в результате нам удалось сделать из одного мероприятия 2, что является для индустрии и в целом для всего этого проекта весеннего очень важным моментом, что мы сделали одно мероприятие, когда только начался серьезный карантин, и мы показали всей индустрии, что там нельзя сдаваться и нужно до конца там доделывать свою работу, и мы действительно смогли это сделать. Это первое мероприятие, которое мы провели в апреле, а второе мероприятие мы как раз уже провели, когда карантин начали снимать, и оно как раз прошло в день снятия основных карантинных мер, что тоже показало всему рынку, что действительно можно, собственно говоря, производить качественный контент даже в условиях неопределенности, в условиях постоянной неопределенности. Собственно, оба мероприятия, то есть вместо одного мы получили 2 мероприятия, и все высокого класса. Спасибо большое спикерам, которые приняли участие, которые там не побоялись и карантина, и то, что мы там, не дай бог, с курьером привезем какой-нибудь носитель или вирус. Практически ни один партнер не отказался от участия в мероприятии, все нас поддержали. Я очень благодарен этим компаниям, которые в такой тяжелый кризисный момент понимали, что нужно двигаться дальше, что нужно что-то делать, что мы должны показать всей индустрии, что мы вместе, и мы делаем общее дело, ради которого, собственно, там все эти мероприятия объединяют индустрию, которую мы проводим, чтобы объединиться в этот тяжелый момент, когда все не понимают, куда бежать, что делать. Мы должны вместе показать и двигаться вместе в одном направлении, быть в одной лодке. Об этом много говорили на как раз сегодняшней конференции, что мы все находимся в одной лодке, и нам нужно двигаться в этом направлении, в одном направлении.